Так, сегодня у нас один из толпов. Из КРД. Клинок, рассекающий демонов. Так, смотрим. Что у нас здесь есть? Так, подиум, две руки. Сразу соберем. Такой полосатый костюмчик интересный. Как будто как, не знаю, зебра или Битлджус. Но, на самом деле, необычный такой костюм. Больше похож на пижаму. Вот его такая фиолетовая одежда, как будто магическая такая школа. Разные глаза. Все так детализировано, конечно, по бокам. И вот есть такой злой, как демон. Но я такого еще не видел. В мультике вроде не было. По одежде вот такой вот обрубанная прямая, прикольно сделана. Необычная катана. Форма такая зеленая и изгиб. А, кстати, интересно, смотрите, здесь прямоугольный вход. Хотя в других катанах там он такой, больше как трапеция, что ли, можно назвать. Единственный минус, я думал, здесь будет что-то на шее ему, как будто змея. У него же там была змея на шее сидела. Но, к сожалению, тут вот такого нету. Ну, вариант, значит, либо оставить его таким, сильно просто голову не прижимать, либо поставить вот такого вот, сделать опасный. Ну, наверное, сильно не буду прижимать. Здесь, кстати, глаза одинаковые, а тут, получается, разные. Чуть-чуть вот так оденем. И нет у него, получается, для катаны этого держателя. То есть у него оно вот так вот выглядит. Ну, ничего страшного. Фигурка классная. Прям как змея, тоже изогнутый такой клинок. Все в нюансиках. Супер.